зарубежного муниципального опыта, но это, конечно, на перспективу, потому что там есть такая фишка. Ларис, просто вам сразу скажу, Путин, когда администрация президента собирала там в конце октября, Путин сказал, Иванов сказал, что надо заимствовать западный опыт, ну, с оговоркой, что признавая свою специфику. И мне это очень приятно, потому что происходит европеизация городов, в частности Екатеринбурга. И очень интересно, кстати, толковый был доклад, и президент сказал, что несколько таких трендов, очень важный тренд был создавать места досуга молодежи и места встреч молодежи. Очень важный, потому что они потом подтвердились один за другим все. И оговорился еще, что делать города, учитывать интересы людей с ограниченными возможностями. Это тоже шаг к европеизации, как и роликовые дорожки, велосипедные дорожки. Это на самом деле очень важно. Это вот то, что когда это говорит глава государства, это, ну, надо расшифровать и понимать, что это очень важно, этим надо пользоваться. Можно